Витя сразу слинял. Сегодня обсуждаем. Значит, Киевский регион, программа «Армия без пилотов». 200, соответственно, дронов разведывательных данных и 1000 дронов типа квадрокоптера закупает население разных специальных. Это очень мощная программа. Конечно, нам надо отвечать, учитывая такой подход со стороны вооруженных формирований Украины. Как мы отвечаем? Первое, строим завод по производству разведывательных дронов, и этот завод должен появиться в ближайшее время. Но это будет завтра. А чем воевать сегодня?